Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав Ребятуша, это у нас Euro Truck Simulator 2. Ну что же, ребятуши, мы сегодня продолжаем смотреть обнову, а также посмотрим на мою обновленную красотку, так сказать. Ну что же, ребятуши, я посмотрел и немножко изменил себе грузовичок. Вот видите, как он сейчас красив. Я зайду специально на СТО, заехал, чтобы вам показать, что я тут наделал с этим грузовиком. Видите, ребятуши, я сразу покажу вам, сколько у меня осталось. 1 730 793 евро. Вот так, ребятуши. Вот, ребятушки, новый грузовик. Поставить на него хром, так сказать, хром, вроде бы, да, краска это называется. Если я не путаю ничего, то это вроде бы хром стоит у меня. Сейчас посмотрю, как это называется у нас. Это, где-то это колер на замоленность, цвет на замоленность, точнее. Вот где-то вот здесь, я не помню, как он называется, вроде бы это хром у нас. Вот, ребятуши, покрасил грузовичок, сразу же вам покажу. Я уже груз взял, мы сегодня поедем, ребятуши, в Кальмар. Это вроде бы в Швеции находится. Поменял все, видите, сейчас вам вот так продемонстрирую. Вот колеса изменил немножко. Поставил такие цветные, вот, раннер написано у меня тут раннер. Я хотел, конечно, свое имя написать, а почему да, пока нельзя. Тут какие-то добавились показатели бензина, погодных условиях каких будет и стукать они будет сколько. Ребятуши, я поставлю эти, они вроде бы меньше стучать, класс С. При дороге, типа при плохой дороге там что-то сцепление. Я просто это же плохо знаю, поэтому я не буду ничего объяснять. Так, сзади я колеса не менял, поменял цвет. Сверху я говорю, что я прицеплю. Ну, прицеплю всякие лампочки, всякие хреновины. Но, в принципе, красиво смотрится. Если вот так выключить, сейчас смотрите, это же как это смотрится. Ну, думаю, нормально. Ночью очень красиво будет. Я еще не пробовал, поэтому сегодня попробуем. А также, ребятуши, я внутри еще изменю. Видите, там вон собачка маленькая сидит, мы ее сейчас посмотрим. Так, давайте включим кабину. Шо в кабине изменить? Сейчас кабину. Так, не то. Вот это, вот здесь, смотрите, ребятуши. Тут тоже изменил. Вот такие прикольные приколюхи. Так, а как здесь у меня, я не помню, как я здесь нажимал. Что здесь я нажимал вообще? Это как-то... А, это здесь, наверное, вот где-то вот эти таблички у нас. Так, хрень всякая. А как внутри, вот это я вот не понял. Я уже забыл, как я здесь вот это все понаставляю. Видите, ребятуши, у меня там стоит Euro Truck Simulator 2, Европа и Iveco. Ну, это больше похоже на украинский флаг, поэтому я здесь поставлю. Поставлю шторы такие, желто-блакитные, желто-голубые. И кубик-рубик, то есть не кубик-рубик, а это типа кости. Ну, типа, ну, нормально так смотрится. Беленький такие мячик, там стоит у меня собачка, которая головой шатает. Купил новый GPS-навигатор, у меня теперь их два. И что еще, чем могу похвастаться? Взял с собой сумочку с едой там, жрачки, и взял свой ноутбук, который я снимаю. Он реально похож на мой ноутбук, поэтому я его и прикупил. Но он пока что не работает. Ну, может, можно потом будет работать. Так, ага. А, вот здесь, вот добавилась такая кнопочка. Вот здесь можно как раз поменять, видите, здесь можно знак вот этот поставить. Но мне не надо. Вот здесь поставил я вот такой портативный навигатор. Что еще? Вот здесь собачка. Тут не только собачка, тут можно всякую хрень понаставлять. Даже можно положить себе еду. Но я, знаете, не хочу так. И здесь можно еще зеркала что-то поменять хромовое. И ноутбук, конечно же. Можно положить сумочку женскую, но я не люблю, я не сумку-фил какой-то, сумку-фил, да. Так, и здесь я поставлю свою сумку, мне вот такая больше нравится, чем вот эта красная и голубая. Все, ребятуши, я вам все показал, что я изменил в грузовике, цвет поменял и немножко это сделал. А тут, кстати, можно еще тоже что-то поставить. А это типа хрень, это не надо мне. Да, тут можно новогодним поставить, тут очень много штор всяких красивых, но я именно эти выбрал. Тут можно было вот такие взять, самые первые. Ну, самые дешевые взял, ребятуши, потому что и так потратил деньжать. И, ребятуши, думаете, что это 100 тысяч куда-то дел? Не, ребятуши, на ремонт там потратил я 10 тысяч, я помню. На вот этот весь, вот это все, вот этот изменив тоже где-то, по-моему, где-то 20 тысяч, по-моему, я вот не помню уже. Еще, ребятуши, я кое-что купил. В следующей серии, если вам понравится, то я вам покажу, что я еще купил. Обязательно, ребятуши. Я даже купил водителя нового. Да, вы уже поняли. Ну, хорошо, я вам признаюсь, я купил еще один грузовичок. В следующей серии мы его опробуем. В этой серии я сейчас поезжу на старом своем. Тихо, я по-прежнему их несет, как дура, это нормально. Так, мы сегодня везем пшеницу, вроде бы, как я взял. Да, вот в вот этом складе, типа, тормози. У нас погода вроде бы сейчас нормализуется, мы с вами поедем. У меня почему-то низкое давление в тормозах. Надеюсь, мы, блин, не попадем в аварию никакую. Я вот так и не понял, что с ними делать. Поэтому будем аккуратнее ездить. Тут, конечно, грузовик уже старый, ребятуши, уже почти 30-й левел. Ох, ребятуши, погода сразу стала хорошая, это прекрасно. Тормози. Я вот видите, ребятуши, я так аккуратно торможу и резко не могу тормозить. Точнее, я не хочу тормозить резко, потому что у меня, я же говорю, проблемы с тормозами, что-то у меня с этим там. Я так и не понял, что это такое там. Так, пшеница, я вижу, у нас загруженная, закрытая.
Ребятуши, только что погода была вроде бы нормальная, и тут, знаете, еще один дождь, еще хуже стал. Ну ничего страшного, мы свет включим. Надо включать, чтобы нам было видно хоть немножко. Так, ну что, поехали. Поедем в Кальмар, или как там назвать. Так, давайте сюда, и сюда давайте, 16. Так, 16 плюс, ребятуши, ну видео у нас, не, не 16 плюс, у нас 0 плюс даже видео. Тут, в принципе, никакого мата не будет, и ничего такого серьезного не будет. Так, мы с вами взяли вроде бы груз. Почему меня не обозначили, куда я еду, ёпта? А, вот, да-да-да-да-да. Так, я видел, уже немножко Данию исследовал, немножко здесь поездил. Ну, немножко так поеду. Мы сегодня опять поедем в Швецию. Покажу вам дорогу вот эту красивую. Которая из Дании, именно это же Дания, вроде бы, да, я не путаю. Если где-то путаю, то извиняйте. Так, ну что, поехали. У нас сейчас дня. Я немножко поездил на другие, ну, на других грузовиках, которые там компания предлагает. Другие компании, точнее. Попробовал их и вот выбрал для себя какой-то грузовичок. Ну, ребятуши, я пока не буду говорить, что это за грузовик. Вы можете поугадывать там в комментариях. А также, ребятуши, очень прошу, напишите хотя бы мод для моей версии. Короче, мне надо мод, снежный мод, именно зима. Потому что я ставил моды на эту, на этот Евротрек, но у меня ни хрена не запускается. Вроде бы пишут, что работает, но ни хрена нет, ребят. Ребят, напишите мне, пожалуйста, зимний мод для этой версии. Если вы, конечно, найдете, то дайте ссылочку, я буду очень рад, благодарен. Мне нужен мод зимний, потому что вроде бы зима там, а здесь у меня дождь идет. Ну что же такое? Так. Так, я вам сейчас покажу, где у меня вот эта проблема. Смотрите, вот сейчас я вот немножко заторможу. А, кстати, а нет, есть, она до сих пор. Вот я иногда вот начинаю тормозить, у меня вот выскакивает значок такой маленький. Тут ее, блин, не всегда заметишь, поэтому я не понимаю, в чем проблема. А потом замечаю, что мне горит лампочка, что у меня там проблема. Так, ну что ж, мы выезжаем. Наконец-то из города. Города. Так, у меня обычный груз, я не буду включать себе эти светильники. Тихо. Я вроде бы отремонтирую. Я вроде там, что я, по-моему, поменял трансмиссию. Ну что там, курей повезли? Петухов или кого? Какой-то дальнобойщик погнался. Осторожно бы ехал, а то, блин, говно там пораскидается, все коровы попадают. Телочки, знаете, не обрадуются. Все в говне будет, не надо так гонять. Я бы не советовал чуваку тебе гнать. А мне надо ехать как раз побыстрее. Потому что вот эта, блин, тряпка, которую положили мне на пшеницу, она по-любому, блин, расплавится по дороге. Тут дождь еще, ветер дует. Снесет ее нахер, зачем мне поставили. Да, дальний свет лучше выключить. Я постараюсь меньше молчать, буду побольше разговаривать, чтобы мне было скучно ехать. Так, IKEA, что-то знакомая компания какая-то. Вот, ребятуши, видите, физика даже есть. И ветуши, кстати говоря, меньше лагает. Вроде бы я и настроил игру, но в прошлой серии, по-моему, даже все на ультрах, мне кажется, стояло. Сейчас так я поставил. Средняк и высокие. Ну, где-то так. Посередине и высокие. Ну, да, где-то так. Если я не ошибаюсь. Так, так, тихо, не нарушаем. Прорисовку вроде бы чуть увеличил, но все равно. В прошлой серии я, точнее не серии, а вот обновлении, я врезался, потому что у меня прорисовка была не очень хорошая в зеркалах. Сейчас я вроде побольше поставлю, но все равно я отвлекаюсь иногда. И вот такая авария происходит. Так, мы сейчас вроде бы должны ехать на мост, который там будет впереди, очень классный мостик. Да, с физикой проблемы у меня, я, блин, не привык с этого. Давно не работал так. Ладно, сейчас тут будет мост вроде бы, такой классный мост, как у меня в Киеве есть. Да? Да-да-да, ребятуши, мы сейчас проезжаем, но тут плохо, что нету метро, как в моем городе. Это, по-моему, московский мост. Ну да, если в моем городе, либо московском. Похоже, вот мы сейчас на него выезжаем. Я уже реально подумал, что я в своем городе нахожусь. Ну, вот такая атмосфера, вот что такая, что типа как свою. И дорожные знаки такие же, блин, очень сильно похожи на мой город даже. Знаете, ребятуши, даже вот, я вот раньше, как и играл в Евротрек, не было, что ночью едешь, например, а вот светофоры все равно работают. Вот я, например, вот эти новые дальнобойщики играю как раз. В Дании и Швеции ночью как раз светофоры не работают. То есть желтый цвет горит и можешь ездить себе спокойно. Машин мало и все прекрасно. Как и в моем городе. Ну, это не в моем городе, конечно. Это я так понял, что в маленьких таких населенных пунктах как раз светофоры так работают. Ну, ребятуши, это реалистично очень. Это класс. Так, 110 километров, но я не могу разогнаться совсем. Вроде бы и трансмиссию поставили там получше. Но все равно какой-то хрена. Я, конечно, не знаю, ребятуши. Может быть, мне побольше колес поставить. Может быть, лучше будет ехать. Так, мы... О, ребят, ну реально. Вот если вы живете в Киеве, например, или кто-то... У кого-то есть похожий мост. Ну, похож реально мост. На мой мост, да. На московский, на Платона похож. Очень сильно похож. Тут метро бы еще... Вот тут посередине бы сделали метро. Было бы прекрасно. Я даже в Майнкрафте строю этот... А, это не.
Я напутал, это нет, подождите. А, это московский, да, это на московский похож мост. Просто у меня южный был, я перепутал случайно. Вот на южном было как раз метро. А это московский, да, тут метро нет, правильно, да. Потому что, знаете, строители одни и те же, наверное, скорее всего. То есть в нашей стране, как сказать, в Украине, в Киеве строили Швейцарии, или Донецк, или как их называть. Так, у нас тут, видите, ребятуши, пробка небольшая. У меня почему-то дворники очень медленно работают. Чего они такие медленные? Что такое? Опять горит лампочка, видите, ребятушки? Вот, вот это проблема. Если она загорится красной, то все, мне хана, я здесь заторможу на целый час. Так, тихо, тормозим. Тихо, 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 ребят, тихо, 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 я забыл, что тут пропуск у нас. Так, знаете, тут, знаете, что можно? Тут я уже понял, систему вашу, я поеду по прямой. Тут, знаете, очень классно сделано, что можно даже не останавливаться. Просто проезжаешь и платишь. Вот это на ходу просто выкидаешь деньги, это как на ветер, деньги на ветер. Да, вот, видите, 10-34 евро. А вот следующий пропускной пункт будет чуть дальше, и там мне придется вот перестроиться на первую полосу, чтобы заплатить. Точнее, даже не заплатить, а просто проехать и деньги выбросить. Ну, как-то так, да. Конечно, это немного тоже нереалистично. Нереалистично, бедушки. Потому что в реальной жизни, наверное, надо будет останавливаться. Мне так кажется. Так, давайте сохранимся. Музыку я, естественно, свою поставлю. И потише, конечно, делаю. Если, конечно, есть у вас какие-то музончик без авторских прав, тоже предлагайте, будем ставить. Я, блин, вот видите, ребятуши, уже... Может быть, даже буду побольше серий по Евротреку записывать. Даже какое-то прохождение сделаю. Вон, 30 уровень. Кстати, очень прикольно цвет переливался, мне нравится. И никакого здесь нету национализма, чтобы вы тут дизлайки не ставили. Смотрите, красиво такое. Красный, синий. Так, погода у нас нормализует или нет, а? Что за плохая погода? Нормально. Путь свободен, можем ехать вперед. Так, проезжаем через Мальмо или Макью. Там даже одна буква, по-моему, зачеркнута. Но, ребятуши, мне никто так и не объяснил, как он правильно читается, поэтому я буду по-своему читать. Я все-таки швейцарский не учил, и тем более и донзейский или как это не учил эти языки. Ну и английский тем более. Вон, посмотрите, самолет садится, конечно, как-то нереалистично. Как будто падает какая-то... Орел падает, что ли. Так. Собачка что-то у меня не грустит, там не селится. У меня, конечно, два GPS-навигатора, это, конечно, круто. Но, с одной стороны, это удобно, чтобы можно смотреть туда и туда. Вдруг один разрядится, сломается. Батарейка сядет. Дух такой произойдет, да? Так, тут у нас что? О, тут у нас туннель. Сколько там километров? 90? Тихо. Притормози. Вот, 90 есть, все. Просим не гонить. Все, можем выключить пока. Чтоб нам глаза не мылили, малину не портить. Смотрите, как светится, а. Это, конечно, тоже нереалистично, я вам скажу. Что оно вот светится, вот это мое, вот это. Эти шторы мои, ё-моё. Это шторы. Что они тут светится, а? Что, они золотые, что ли? Так, ну что? Так, выезжаем, 90. А я не нарушаю, чего начинать. Блин, погода опять плохая. Так, тут, ребятуши, еще один такой же мост. Я вот проезжал первый, я думал, что я езжу по кругу, реально. Вот тут такой же самый мост у нас. Опять московский, да. Если, конечно, вы знаете, что это за мост, ну, в этой стране, то можете написать, я буду знать. Какой прекрасный кадр, а. В следующей серии, ребятуши, мы на новой фуре поедем с вами. Так, я сфоткал. Это что, 60 километров побольше не можешь взять? То есть я 91 километр поставил, а ты, блин, вот, разгоняйся, правильно. Я могу даже ничего не нажимать. Тут дорога вроде бы ровная. Все нормально. Так, тут, ребятуши, мы здесь проезжаем. Без остановок. Нам останавливаться не нужно. Мы тупо проезжаем. Такой не на большой скорости. Чувак, ну я ж по головной. Я по главной еду, а ты не пропускаешь меня, ты падла. Вот тебе, блин, в задницу посвечу, чтоб ты уже видел. Чувак, я ж по главной еду, какого хрена ты такое творишь? Умный, что ли? Какой наглый, а? Наглец. Так, здесь у нас что у нас? А, железнодорожные пути. И, кстати, ребятуши, тут-то, оказывается, не локомотив проехал, а, походу, трамвайчик. Трамвай, да. Вот, кстати, вон, смотрите, классно. Я на таком все не ездил. Прикольно. Это, оказывается, трамвай. Ну, ночи же не видно, да? Так, мне надо свернуть. Давайте карту откроем на минуту, чтобы посмотрим. Ну, а что скажу вам, ребятушки? Не очень-то и... Нет, далеко. Через Кальма... Нет, вот тут еще какой-то был. Каршалёна... Короче, вы прочитайте тут все дело мне. Так.
городочек. Еще один городок тут надо проехать. Без остановок, ребятуши, едем. Значит, не будем останавливаться. Сколько у нас, кстати, по времени ехать-то? Стало 10 часов. Хорошо. О, уже 9, нормально. Так. Ну хорошо, за 10 часов, думаю, завезем. Будет нормально. Если будем быстренько ехать, меньше говорить, то завезем. Сворачиваем. Да, отличненько. Также, ребятуши, я еще хотел еще кое-что сказать. Скоро можно будет, возможно, на канале скоро будет новое прохождение. Я нашел там интересную игрушку. Как раз она вышла вроде бы в прошлом году. Это вроде бы ремейк, что-то типа в этом. Типа переиздание. Я как раз таки ни разу не играл в эту игру. Как это называется? Resident Evil, по-моему, называется. Да, Resident Evil как раз. Там много серий вышло, но я ни в одну не играл. Я хочу вот начать, наверное, проходить. Ну, я так думаю, что я буду. Как раз начну с нулевой части. Именно с нулевой. Там есть нулевая часть как раз. Вот я с ней начну. Если у меня, конечно, игра пойдет, то это все-таки ремейк. Не старая игра, которая там была. Какого года, даже не знаю. Тихо. Это я разогнался совсем. С вами разговариваюсь. А тут нас кустов нету. Кстати говоря, еще кое-что скажу. На таких кругах, короче, я ездил как раз. Увидел, как это, блин, не хрест, а звезда, типа, знаете, такая мусульманская, что ли, пятизвездная, я не помню, как называется, короче, такая звезда необычная. Вот я ее видел, я вроде бы сфоткал, да. Если, конечно, найду эту фотографию, то я вам обязательно покажу, я, наверное, сохранюсь. О, да-да-да, ребятушки, я об этом вам говорил. Поставьте лайк, если вы поняли, что это такое, ребятушки, да? Так, мы идем по прямой. Прикольно, кстати, ребятушки. Я, конечно, против этого ничего не имею, я не расист там никакой. Типа не в этих, как если. Ну, короче, вы поняли. Ничего против этого не имею. Я проскочу обязательно. Вроде бы в этой стране, в Швейцарии, как раз эти светофоры вот так и работают. Ну, то есть ночью. Желтый цвет постоянно горит. Можно ехать спокойно. Пробок нет, все нормально. Так, мы, ребятушки, выехали. Это реально, ну такое чувство, как будто и в своей стране находится. Он похоже. Вроде бы не она, но все равно классно. Так, тихо, ты куда гонишь? Ты, бляха-муха, вообще озверел. Какой прет, ты смотри. Это реально какой-то, блин, новичок, не, на него еще фура очень такая, блин. Класс отца, наверное. О, вот и коровочки, телочки. Посигналили и поехали дальше. Пшеница я не вам, телочки везу, а дальше немножко. В другую часть города, короче. Ну, короче, дальше, чем. Другой город. Так. Тут у нас сельское место, тут все красиво, экология, все прекрасно. Все красиво. Вон еще коровы. Коровы. Это не коровы, это телочки. Красивые коровы. Так, да ё-моё, ей давай. Я тебя могу, конечно, обогнать. Тут поворот у меня. Может, ты где-то завернешь? Заверни куда-нибудь там. Вот туда, например. Что тут ты, блюдок ты, а? Там какие-то. О, вот там что-то, какая-то ферма даже впереди есть. Тихо. Смотрите. А, деревья даже так. Прикольно. И тут можно свернуть. Маленькие такие дорожки. Ну да, это село очень похоже. Там какие-то тарелки, что ли, он впереди. Я тут впервые, конечно, приезжаю. Что это там такое? Какие-то башни, что ли? Или это вода там вот это, типа, резервуары с водой, типа. Ну, может быть, это. Тремеры, едьте, пожалуйста. Что это у вас за груз такой, тремеры? Это компания, уже не помню. Тремеры. Уемер, ёпта, едь давай. Так, еще одна заправка. Там не надо. С такими дорожными знаками реально, блин, все понимаю, все ясно. Хоть он не на английском, но мне понятнее. Все-таки я их больше видел в своей стране. Так, ладно. Давайте быстрее. Чувак, заверни куда-нибудь. Я при этом жду. Эти репутыши, погода прекрасная вообще. Что у нас здесь? Блин, компания какие-то знакомые тоже, блин. Масло, да? Oil у нас написано. Но я на масле не езжу. Или это просто ваша компания так называется? Блин, тормозит, ё-моё. Так, ну ты, я понял, что тут повороты не было. Ну ладно. Трактор там у нас стоит на поле. Кстати, ребятуши, возможно, весной поиграем один стимулятор тоже, типа. Стимулятор, что ли, я забыл, как он называется, типа. Стимулятор фермера, что ли. На тракторах поедем с вами. Коров позбиваем. Весело будет, ребятуши, так что ставим лайки. А мы с вами едем. Коровы, привет. Так, ребятуши, мы с вами продолжаем. Я выехал немножко с этой прекрасной местности. Это реально, блин.
красивую местность. Сельская местность закончилась, тут уже более такой городской начинается, две полосы. Дальнобойщик тот свернул, на какую-то ферму поехал, который ехал впереди меня. А я еду дальше, ребятушки, и уже думаю, что скоро приедем. Сдамо груз, пшеницу они свои получат, пшено, или как там по-украински, ой, господи, по-русски. Это, тут у меня все на украинское. А мне как-то дача с украинским привычно. Очень удобно. Так, сворачиваем. Так, тихо, тормозим. Так, ох, тут, ребятки, а тут, оказывается, дальше дорога закрыта. Типа здесь нельзя ехать, ну ладно. Тихо, 70, а я и так... Ну... Так, а куда надо сворачивать-то? В какую сторону-то? Кальмар, это в другую сторону, я понял, блин. Кальмар, я же это прочитал. Так, тихо, на таких... Я знаю просто, тихо, не вовремя. Я просто резко камеру разворачиваю, оно и подлагивает, это понятное дело. Так, все нормально. Тут никого нету, тем более. У нас уже понемножку вечереет. 6 часов. Так, тихо, выключи. Проезжай, я не буду это перестраиваться. Ведь такой умный, а? Ну, проехал все. Так, хорошо. Что, у нас опять заправка? Ну, сколько заправок уже мы проехали? А нам... Не надо смотреть, ребята, уже все отлично. Все замечательно. Вон показывается наша там температура двигателя, типа, наверное. Скорее всего, температура двигателя. Я раньше думал, что это температура воздуха. Ну, как может температура воздуха быть там 100-120 градусов? Учебный? Я бы тут сгорел бы нахрен. Вот температура машины бы. Грузовик, да. Так, его. Так, ребятушки, мы пока едем. Вроде бы уже доезжаем. Вот видите, какие у нас полосы. У нас, блин, побольше, видите. А у них одна всего лишь там полоса. А вот это тоже давно, ребятушки, не. Где-то я тоже такое видел. Забавно, ребят, вам там весело ехать. Не повезло, конечно. Я тут, смотрите, у меня свободная полоса. Гонюсь и по второй, по первой полосе. Ой, блин, прекрасная погода. Вечереет, все отлично. Так. Пшеницы мы доведем. И думаю, закончим на этом серию. Тоже может быть вторую серию. Или просто даже закончение нашего этого 100% спорта. Ну, ребятуши, еще запишем, конечно, серию. Может быть, посмотрим новый грузовик, который я там приобрел. Я вам покажу. Так, никуда. Я не посмотрел. А, прямо, да, прямо. Так, ну что, тут опять одна полоса. Думаю, что доедем и сразу встретимся. На месте назначения, так сказать. Так, ребятуши, мы с вами приехали. Нас витает кальмар или кальмар. Кальмары. Привезли вам пшеницу на обед, да? Не, уже, ребятуши, на ужин привезли. У нас 8 часов. Надо сеть бы побольше включить. Так, мне надо поворачивать. Город находится вон там. Куда я сейчас смотрю? Мы сейчас туда едем. Так, ну давай загорайся. Я уже завезу этот чертов груз. Я ее не повредил, слава богу, но уже грузовик у меня успел повредиться. Ну, конечно, колеса там износились немножко. И движок, естественно. Так, ну что, приехали. Вот такой у нас городок. Сельское место, лес, все прекрасно, экологично, только горы не будет. Очень много все красиво. Так, 50 километров. Даже здесь 50, да? Не больше, чем 50, а 50, нормально. И как раз нормально. Так, ну что ж, сдаем груз, я даже не буду там париться сильно. Блин, сзади очень красивый закат. О, вау, вау, ребята, остановись, ты тут можешь остановиться? Ну, блин, это просто замечательно, да. Еще раз, можно спускать? Блин, это прелестно. Отличная фотография, мне на привишку уже есть. Блин, это класс, это красиво. Игра все красивее становится, но мой комп уже по чуть-чуть ее уже не тянет, блин. Раньше, блин, я помню, когда первый раз запустил, блин, на ультра даже играл. Но тогда у меня игра только вышла. Тогда еще я не занимался этим ютуберством и так прочее. Ну что, ребят, сейчас груз сдаем. Еще раз вам напоминаю. Кто знает, у кого есть мод на зимний мод именно на такую версию, то дайте мне, пожалуйста. Я хочу просто протестировать, посмотреть. Куда мне? Куда? Ребят, тихо. Да поехала, дура. Тихо, что ты такое, что-то начал назад буксовать. Кого есть, то давайте, пожалуйста. Вот это. Так, наверное, в другую сторону. Будет прекрасно. Не забывайте стоять так. Давайте с домой, я не буду просто париться, чтобы вас не задерживать. Отлично у нас. Ведьмина. С пятерочкой, да? 14577 XP и чуть-чуть еще осталось до 30 уровня.
Слушай, ребятушки, в следующей серии, возможно, уже дадут мне 30 уровень. Ну что ж, мы заработали 14 тысяч. Это просто отличненько. Все, ребятушки, давайте здесь и закончим. Все, ребятушки, смотрите, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Лайк позитивный. С вами был я, Станислав, дальнобойщик молодой. Все, ребятушки, до скорой встречи, всем пока-пока.